Всем привет! Продолжаем смотреть картины и описания к ним. Сегодня у нас Ян ван Эйк, поклонение Агнцу. На центральном панно мы видим большие группы людей, собравшиеся под сиянием Святого Духа, чтобы поклониться Христу, который появляется в облике божественного Агнца на центральном жертвеннике в окружении ангелов и орудий страстей Христовых. На переднем плане картины изображен фонтан, служащий аллюзией на обещание, данное в Откровении Иоанна Богослова, что все жаждущие получат воду из колодца жизни. В Ветхом Завете Агнец, как ягненок, часто приносился в жертву Богу, и в раннем христианском и в средневековом искусстве символизировал страсти Христова и Христово воскресение. При изображении первого сюжета иногда кровь ягненка текла в потир или чашу. На картинах, посвященных второму сюжету, ягненок мог держать хоругвь с изображением красного креста на белом фоне. Атрибутом Иоанна Крестителя служит Агнец, аллюзия на то, что он назвал Христом Агнцем Божьим, берущим на себя грех мира. В пейзаже, открывающемся на заднем плане картине, со скалами и далекими голубыми холмами, уже видны черты реализма и намечается использование художественной перспективы, характерной для живописи Высокого Возрождения. Ну, вот такое описание я нашел в интернете в картине Ян ван Эйка «Поклонение Агнцу». Все, всем пока, всем привет, до свидания.